Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу. Ну, в общем-то, мы продолжаем проходить дополнительные миссии в Horizon Frozen Wilds на высокой сложности, точнее, на очень высокой сложности. Ну что ж, я добрался до очередного лагеря, ну и давайте, например, возьмем вот эту миссию. Надеюсь, она будет такая же интересная, как и предыдущая. Ты Элой, да? Мой пап, то есть Бургрен, сказал, что ты ко мне наведаешься. Привет, я Варга. Ого, вот это у тебя копье. Ты сама переделала, да? Подправила кое-что. А ты разбираешься. Жаль, эти банук так не считают. Ничего не могу продать, даже коршуно-блестяшку. Всем тут подай простые луки да копья. А я люблю необычные штуки. И у банук такие есть. Вот посмотреть хоть на копье Ратака. Это лидошип. О, или оружие Ауреи. Вот бы покопаться в такой штукенции. Ощутить молнии под пальцами. Да хоть в чем-нибудь бы покопаться. Последний заказ был месяц назад. На оружие, стреляющее огнем. Получилось скверно. У меня есть ледошип. Такой же, как у Аратака. Хочешь взглянуть? А, ты серьезно? Да, 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 с радостью. Так. Это явно недодумка. Если это заменить... Да, тогда... Хочешь верь, хочешь нет, но она работает. Мягко говоря, ну в полсилы. А почему она? А, папка говорит, все оружие девочки. Даже и не понимает, что это комплимент. Послушай, будь у нас с тобой челюсть Громозева, эта твоя красавица у нас бы просто запела. Я знаю, где добыть. Пойдешь со мной на охоту? А если у одной твоей знакомой есть такое оружие, как у Ауреи? Да ладно! Сама смотри. Ну, конечно! Вот же! Значит, катушки дают искру. Но источник даже не привинчен. Ну да, она прекрасна. Но есть красота, есть красотища. Нам нужен коготь буревестника. Молнии стекают с них, как вода с гуся. Я знаю, где его взять. Идем на охоту. Это оружие станет твоей лучшей подругой. Не считая меня. Ты сорвала тот заказ? А, нет. Да это была моя лучшая работа. Только вот сделка сорвалась. Месяц назад один тип, Алгрут, тоже из Азирам, попросил меня кое-что изготовить. Ты же знаешь, как бурдюк умеет поливаться пламенем из пасти? Вот такое. Но чтобы в руках держать. И ты это сделала? Ага. Назвала пламя Горна. Так гордилась. Алгрут прислал весточку, мол, приходи, покажешь, как успехи. Я пришла, а он там с целой шайкой разбойник. И, конечно, зачем платить, если можно просто взять? Пришлось бежать и оружие там бросить. Рано он радовался. Я ведь не закончила. То есть... Он спер то, что не работает? Она работает. Просто еще немного времени, немного деталей. Она бы работала как следует. Напомни, какая деталь нам нужна? Челюсть Громозева, больше ничего. И ты можешь это улучшить? А то! Думаю, да. Нужен коготь буревестника. Нам нужны детали буревестника и Громозева, и ты знаешь, где их взять? Знаю, но это далековато. Громозева надо искать во встрече долин. Буревестника у свободной горы. Я соберу припасы. Встретимся там. Ладно. Ну, хорошо. Хорошо, давайте пройдем. Одолеем буревестника и Громозева. Я не думаю, что это займет очень много времени. Тем более, я знаете, что еще сделал? Я вам еще не показал. Я купил высокоточный лук. Или, может быть, он не так называется, но... Подожди, как он называется? Подожди, высокоточный лук, я вас обманываю. Там высокоточная стрела была. А эта хрень называется... Где эта херня? Вот она. Пробивной лук-банук. Вот, у него такой дамаг посерьезнее, поэтому я думаю, что это, ну, слишком много времени не займет, правильно? А давайте-ка мы что сделаем? Берем здесь меточку, и нам нужно куда-то... Это, подожди, это не та миссия. Дела...
усиление арсенала буревик. Ну, давайте его сначала, да, улучшим. Нам нужно двигаться вот сюда. Это нужно аж в эти земли идти, да, где мы уже были. Ну, хорошо, давайте сгоняем. Ну что ж, я на месте, и вот она. Давайте поговорим с ней. Знаешь, я скучала по этой песне. Вот, буревестник. Приведи, я за тобой, и бум! Хорошо, давайте его загасим. Я думаю, это будет довольно просто. Давай, тихо. Попал. А, не той стрелой, но охренительно просто. И продолжаем. Оп. Хорошо. Что там еще у тебя можно оторвать, дружище? Эх, черт. Да, этот враг серьезный, я помню. Неплохо. И еще с той стороны. Вот, блин, стоять. Отходим. Теперь давайте использовать вот такую херню. Подзабыл, на самом деле, что там, к чему он слаб-то? Нужно его просканировать. Черт, слишком высоко взлетел. Давайте-ка вот сюда. Туловище, ага, к электричеству его можно застанить. Да черт тебя дери. Что-то херовато, подожди, что-то не так. К чему еще он уязвим? Ага, то есть, понятно, я тебя понял. Нужно что-то эдакое, да? Ой-ой-ой, тихо. У меня, кстати, аптечки-то заканчиваются. Надо поаккуратнее быть. Ну, очень маленький дамаг. Подожди, что-то надо делать. Попытаю сейчас еще его заморозить. Может, получится. Сука. Ну, тормози же, тормози, говнарь. Давай. Не выходит. Как же мне тебя положить, уродец, а? Вот где он? Все, вижу. А ну-ка, остынь. Да, можно заморозить. Неплохо. Вот, блин, промазал. Ну такой дамаг был хороший, да? Натягиваем, давай. Вот было неплохо, застанил. Теперь давай наносим удар. Отходим. Опять морозим, получается, и так, точно так же херачим. То есть это, в принципе, довольно быстро мы управимся тогда. Подожди, где он? Вижу. Давай-ка, заморозка. Сейчас только сделаю еще бомб. Вот урод, а? Стоять. Ну же, иди сюда, иди. Блин, стоять. Да черт тебя дери, а? Ну да, конечно. Стоять. У меня есть еще аптечки? Давайте искать. Неплохо. Делаем еще стрел. Давай, продолжаем. Все, победа за мной, ребят. Да, это было сложно, должен признать, но... Справились, это хорошо. Там что-то есть, давайте заберем сразу. Угу, металлические осколки, ткань защиты от электричества. Ага, ясно. Вот, коготь буревестника. Осталось только громозева замочить, и все. Ну, я думаю, тоже быстро управимся достаточно.
Может, даже сегодня несколько квестов сделаем. Я принесла деталь. Отлично. У меня уже и руки в масле. Ну вот, коготь буревестника. Приступим. Давненько я так не веселилась. Смотри, учись. Только не смотри прямо на искры. Ладно. Ну да, пришлось разломать ее пополам. Но что рукоять? Это палка. А чем хороша палка? Ее всегда можно прикрутить обратно. Это ты и сделала. Теперь эта штука выглядит куда опаснее. Она не просто опаснее. Это неповторимый экземпляр из рук Варги. Ты ее береги. С этим буревиком ты сделала что-то потрясающее. А, да что там? Я лишь помогла красотке раскрыться полностью. Моя деточка. Ладно, Варга, давай, пошли. Что, даже позагорать не хочешь? Ну, ладно. Хорошо, так, это мы улучшили. Что там изменилось? Скорее всего, предмет стал... Да, он стал легендарным. Вот, смотрите, да, теперь это достаточно серьезная хренотень. И еще можно что сделать? Можно сделать вот так вот, смотрите. И еще усилить, да? Вот. Вот таким вот образом. Теперь это вообще страшная вещь, но пока мы ее использовать не будем. Далее у нас очередное здесь задание есть. Вот, усиление арсенала. Ледошип. Нужно встретиться с зоне обитания громозевов. Это где находится? Где-то вот здесь, да? Хорошо, ребят, я пошел, как буду на месте, включусь. Короче, я уже на месте, и по ходу дела сагрился на меня уже громозев, да? Нет, еще не сагрился, но я понял, кто это сделал. Подожди, стоять. Ну-ка, лежать. Все, норм, живем. Громозев вон уже, вон там бродит. Сейчас будем его гасить. Только где эта девчушка? Она там наверху, да, судя по всему? Пошли до нее добежим. Привет, привет. Еще разочек. Приятно отдохнуть от снега. Итак, громозева нашли. Ну, я готова. Веди. Ага, веди. Может, ты меня сводишь? Я предлагаю что сделать? Я предлагаю отстрелить ему пушки, потом заморозить, а потом его же пушками его отхреначить. Как вы думаете, это хорошая идея? Я тоже думаю, что это полная херня, но попытаемся. Очень неплохо. Вот черт, стоять. Но этот громозев не такой крутой, как тот, с которым мы сражались уже, да, до этого. Пошли, заберем. Тихо, тихо, тихо. Давай-ка, наверное, первую пушку мы так, наверное, заюзаем, я думаю, да? Вот, хорошо было, да? Вот черт, тихо, 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 у меня еще 4 заряда есть. Вот кончились снаряды, половину сняли. Давай еще разочек берем. Ой, ты уйди отсюда, не мешай, а. Где там еще? Вот. Ой-ой-ой, тихо, тихо, тихо. Да что ж такое, не двигайся. Отвернулся, подожди, стой. Вот сейчас бы попал бы, было бы здорово. Ну вот именно в сердце, вы поняли, да? В ядро. Да пошел в задницу, не мешай мне. Ой-ой-ой, это плохо. Все хорошо, живем. Ой, бежим. Куда-нибудь вот сюда. Перезаряжаем оружие. Где это говно? Вот, черт, чуть-чуть не попал. Да чтоб тебя. Что-то громозев мне гораздо лучше дается, чем этот буревестник. Это забавно.
Но, наверное, все-таки стоит его приморозить, да, я думаю. Вот хорошо сейчас было, да? Все, победа за мной, ребят. Победа за мной. Прям в сердце всадил и здорово. Сразу откинулся. Красота, конечно, да. Ну вот, теперь Варга сможет улучшить ледоши. Мне просто интересно, после того, как я нашел все ингредиенты, ее квест продолжится или нет? Может, она нас попросит вернуть как раз-таки огненную херню? Потому что я не думаю, что все настолько просто. Деталь есть. Займешься оружием? На это я всегда готова. Не думала, что буду рада заглянуть в пасть Громозева. Я-то рада. Всякая машина — это ходячий набор инструментов. Когда не пытается тебя убить. Поверь, Элой, ты свой лидошип просто не узнаешь. Есть! Она прекрасна! Что такое обычное копье? Ткнул, насадил, все. Скука. Я настроила ток морозильной воды, прицепила пусковой модуль, и теперь она стреляет ледяными шипами. Та-дам! А ты не шутила? Она стала красивее и мощнее. Тут уж даю гарантию. Ну, ты постаралась на славу. Я же мастер. Рада, что она в твоих руках. Если я найду что-то по твоей части, я загляну. Давай-давай. А, то есть все? А я думал, она все-таки расскажет мне по поводу, ну, вот этого огненного оружия, да, и я, может... Короче, ладно, печально. В таком случае, что мы делаем? В таком случае мы отправляемся опять, наверное, в то место. Там еще одна миссия была. Может быть, следующая будет поинтереснее с точки зрения повествования, да. То есть это было, в принципе, веселое достаточно. Но она просто про охоту. Теперь давайте проверим вот ту, которая рядом с торговцем. Ну что ж... Я на месте. Давайте-ка поговорим с этим персонажем. Почту за честь поговорить с тобой. Я слышал о тебе, охотница. Каждая строфа твоей песни повествует о невероятной победе. Эхо от нее слышно по всей зарубке. Не стоит верить каждому эху. Это я знаю. Когда-то в Бануре звучала моя песня. Умнак, охотник на легендарные машины. Затем я и пришел. За машиной. Ее зовут Подземным Когтем. Звали, когда я был моложе. Вот такой бы победой завершить мою песню. Раньше я мог преодолеть путь от Банура до зарубки без ночлега. А теперь... Мои кости болят, охотница. Но ты... Ты обошла Аратака. Возглавила Верак. Если хотя бы часть твоей песни правдива, ты единственная, кто может пойти вместо меня. И поохотиться за вас? Не только за меня. За старого друга. Чтобы я поохотилась за вас? Это какой-то обычай банук? Нам бы такой не помешал, но нет. Мы боремся и побеждаем, пока не терпим поражения. Признаюсь, мне тяжело об этом просить. Будь это другая машина, я бы умер, как жил, охотником, в славном бою. Но коготь оборвал уже слишком много жизней. Я ничего не добьюсь, пролив свою кровь впустую. Лучше жить в мире, где когтя больше нет, чем умереть, зная, что он продолжит свирепствовать. Похоже, ваше имя на слуху. Быть банук значит совершенствоваться до предела. Мой предел оказался выше, чем у многих. По земле рыскали грозные машины, и в юности я обнаружил в себе талант к охоте. Даже сейчас мое имя имеет вес, и когда вновь объявился коготь, Верак пришел ко мне. Вы все еще верите в себя, как верят эти люди? Может, верил. Пока не взял лук в дрожащие руки. Впервые заметил старческие пятна на костяшках.
Как это странно быть старым. Смотреть назад и видеть долгий путь. Смотреть вперед и видеть стену. Это машина. Подземный коготь. Почему вы ради нее отправились в такую даль? В иных песнях бывает припев, как возвращение к прошлому. Это уместно. Вы уже охотились на нее. 20 зим назад, не меньше. Мы были так близки к победе над когтем. Ближе, чем кто-либо до и после. Мы? Я и мой друг. Он был вождь моего Верака, умелый охотник. Каждые несколько зим коготь объявлялся на новом месте. Я знал двух вождей, которых он лишил жизни. Мой друг стал третьим. Эту охоту я хотел посвятить ему. Вижу, для вас это важно, Умнак. Вы правда хотите уступить мне эту охоту? Я больше не могу тягаться с когтем. Если вообще мог. На этой охоте я погибну. В этом я не сомневаюсь. Кровь Банук в моих жилах требует, чтобы я сразился с ним сам. Но когти надо уничтожить. А мертвецу это не по силам. Я поняла. Сделаю, что смогу. Я уверен, ты можешь многое. Говорят, что теперь подземный коготь возвращается лишь раз в 6 зим. Я слышал, что он обосновался на северо-восточных краях зарубки. Удачи. Ну хорошо, подземный коготь. Да, идти, я так понимаю, подожди-ка, стоп. Сначала нужно выбрать задание, подземный коготь. И еще нужно убить огнеклыков. Кстати, помните, та же просьба как раз таки Аратака на чужой земле. А к солнечной башне просила Лоя таскать пропавший патруль Карха. Это не то, а это все, это старые задания, по ходу дела, из... Скажите, я вам скажу. Ну, вы поняли, да? Из оригинальной игры. Получается хорошо. В таком случае я отправляюсь. Давайте, как буду на месте, я включусь. Северо-восточный край зарубки. Умнак сказал, подземный коготь где-то здесь. Ну что ж, я на месте. Только сейчас быстренько сделаю сейв. И будем с вами, в общем-то, искать эту тварь. Что за подземный коготь? Ну, я думаю, мы таких уже видели, да? Вот так, да. И спускаемся вот здесь вниз. Элой, как там отпускать на квадратик, по-моему? Да-да-да, все верно. И вот здесь, по идее, подземный коготь. Но сначала, подожди. Но сначала нужно отключить вышку, ребята. Ух ты, ёп, нихера себе дамаг. Подожди, стой. Быстрее сюда. Вот сюда. Что у нас здесь? Так понятно, хорошо. Сейчас, по идее, его должно застанить. Тихонечко, охренеть. Слушайте, ну и тварины вы видали? Так, погоди, стой, давай лучше вот так, по стариночке. Теперь мы делаем вот таким вот образом. Ждем. Вот черт, сука. Охренеть. Че ж делать-то? Все, покойник. Эта хрень, конечно, слишком жесткая. Вот эти вот подземные черви, они в оригинале были просто охрененно сильными. А здесь еще сильнее их сделали. То есть, первое, что мы будем делать, мы сначала подбежим к вышке. Сначала вышку, ну, перепрограммируем, правильно? Врага застанет. Потом я заморожу его, постреляю, чем успею. И нужно искать какую-то возвышенность, откуда его можно лупить. Потому что иначе это чересчур будет сложно, ребят. Так, хорошо, давай-ка вниз. И еще раз вниз, давай. Тихо. Откуда можно его атаковать? Вот что мне интересно.
Погоди, постой, постой. Где-то же должно быть местечко какое-то, правильно? Должно быть. Или еще можно нараставить ловушек. Слушайте, это тоже было бы прикольно достаточно. Хорошо, давай-ка сначала мы поищем, где находится эта тварь, да? Пометить цель. Пометили. Траекторию, к сожалению, мы не можем прочекать. И вроде как, смотрите, спала, да? Метка исчезла теперь. Блин, придется думать, слушайте, придется думать. Так просто эту тварь не одолеть. Тихо, тихо, тихо. Продолжаем движение, тихонечко. Давай-ка обыщем еще раз ящик с припасами. И где? Увидите его? Вот. Блин, а слушайте, а безопасного места что-то я вообще не вижу здесь. Что предлагаете? Хорошо, он идет сюда. Как бы это не хорошо, это плохо. Давай куда-нибудь залезем, я думаю, да, чтобы видно было. О, черт. Куда-нибудь, например, вот сюда. Угу, хорошо, хорошо, давай сюда. Выше, выше, выше. Тут вполне может не достать, кстати. Нет, достанет, сука. Да что это такое, как его убить? Это как вообще понимать? Ну что ж, я снова на месте. Как-то, может, я здесь смогу что-то, слушайте, вот так вот заныкаться. Ага, хрен, разработчики это предусмотрели. Они это все предусмотрели. Я не знаю, что здесь, я вообще понятия не имею, как эту тварь убить. Блин, а? А если я вот сюда залезу, например, да? Может быть, выживу, кстати. Подожди, стой, стой, стой. А, слишком далеко. Увидите эту тварь где-нибудь? Я вот, например, пока что не наблюдаю вообще. Давай-ка, наверное, я сейчас вот сюда спускаюсь. И вот здесь вот что я сейчас сделаю. О, черт. Ну вот, блин, подожди, отходим, отходим, отходим. Эта тварь может меня просто с расстояния захерачить, вы понимаете? Вот в чем вся проблема. Там у нее что-то на брюхе страшное. Можно, наверное, это взорвать, но как? Опять же, тоже вопрос. Ну все, я вообще понятия не имею, что здесь делать. Я даже, понимаете, урона даже не могу нанести. Я не успеваю этого сделать. Так, давай-ка думать, давай думать, что еще мы можем здесь предпринять. Какие у вас есть предложения? Все, опять меня спалили. Может, где-то впереди есть какая-то точка безопасная. Но я уже просто не знаю. Ну, конечно, давай, отцепляйся еще. Ну все, вот-вот, ну что я могу сделать в данной ситуации? Два удара, все, до свидания. Отъехал сразу. Как это понимать? И никуда же не запрыгнуть. И нигде же не спрятаться, потому что раньше, где вот эти вот черви были, там просто было место, где можно было встать и потихонечку их расстреливать. И, ну, когда они атакуют, нужно было прятаться. Единственный момент. Здесь мне просто негде от них прятаться. Нет никаких возвышенностей. Только если, наверное, вот так вот прям в наглую делать, да? То может быть что-нибудь еще и выйдет. Давай-ка мы куда-нибудь вот сюда сейчас немножко сломаем всю игру. Вот сюда, сюда. И вот таким вот образом. То есть я вот так вот могу залезть, да. Но я эту тварь не вижу почему. Не почему-то, а понятно, почему я не вижу. Давай вот так вот сделаем. Попал. Хорошо. Башня уничтожена с двух выстрелов. Эта тварь где-то вот там.
попал. Не долетают его снаряды, хорошо. Сейчас будем соображать, сейчас что-нибудь придумаем. Где же ты, тварь, а? Что ты делаешь? Стой! Ну, какие ваши предложения? Вот, эта тварь вылезла, да? Оп! Теперь будет полегче. Угу, хорошо, ждем, ждем, ждем. Вроде как нашел я. Место хорошее. Присядем даже, я думаю. Угу, ждем, ждем, ждем. Вот сейчас такими темпами, я думаю, мы его грохнем. Рано или поздно. Тихо, 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 тихо. Это очень здорово, что эта зона недоступна. Ну, где? Сейчас я бронь поснимаю. А потом, я думаю, там уже вроде ничего не осталось. Можно фигачить и так уже, да? Не знаю, сколько это времени займет. Может быть, я немножечко на монтаже это дело ускорю, ребят, чтобы вас не парить. Ребята, почти все, пожелайте мне удачи. Должно получиться. Есть, 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 есть. Эх, черт, слишком долго заряжает, ладно. Ждем. Где еще, где эта тварь? Лови, сука. Победа за мной, есть, ребят, получилось. Смекалка помогла. Умнак не соврал, ты и впрямь силен. Ну это да, но мы хитростью его взяли. Так, ладно, ладно, ладно. Давай-ка полутаем. Все, хорошо. Пошли там, заберем еще какую-то хрень. И можно, в общем-то, возвращаться. Мне эти враги, честно скажу, не очень нравятся. Они мне в оригинале не нравились. Мне кажется, что они, ну, слишком сильные. И как бы, как такового подхода, в общем-то, я к ним не нашел. Вроде как, ну, не знаю, я вот лично не помню. Может быть, я что-то и нашел, но сейчас я уже забыл все это дело. Я, как обычно, поднялся сейчас на возвышенность, только тогда мне удалось эту тварь одолеть. Ну, не знаю, странные, как по мне, враги. Да, как бы задумка сама по себе прикольная. Ну, как бы, я не спорю, но, не знаю, мне что-то они прям, ну, вот прям меньше всего нравятся, эти противники. А в таком случае, ладно, что, я перемещаюсь, наверное, к заказчику, да, и как буду на месте, я включусь. Ну все, я на месте. Давай-ка, давай-ка мы поговорим с ним. Сделано. Было трудно, но больше этот камнегрыз никому не принесет бед. Подземного когтя сразила вождь-странница. Эту строфу твоей песни услышат многие. Мне сложно к этому привыкнуть. Песня нередко приукрашивает заслуги человека. На то исключение. И ты оказала мне большую услугу. Мой враг погребен, как и многие убитые им охотники. Мой друг, мой вождь. Он будет рад, что никого не постигнет его участь. Прими этот дар. Ты сполна его заслужила. Угу. Синий самоцвет. Хорошо, теперь я могу купить себе какую-нибудь еще приколюху. А, погоди, вот торговец. Наверное, куплю второй лук. Куплю второй лук. Подожди-ка. Так, у меня получается... Вот этого лука нет как раз-таки. Ударный лук мне бы не помешал. И вот этот тоже. Но надо все скупать, конечно же, да? Так, ну давайте сделаем как. Я куплю ударный лук. Он ведь лучше, чем мой, по идее, правильно? Оружие, смотрите.
Ну да, да, я думаю, что он будет получше так-то. Поэтому я сразу его забираю. Ага, сколько у меня осталось... скажите, я вам скажу, сколько у меня осталось осколков? Так, у меня 0 осколков? Да, у меня 0 осколков, ребята. У меня 0 осколков. Хорошо, сейчас я его быстренько прокачаю как-нибудь, да? Смотрите. Где он был у меня? Вот он. Как раз... Стоп, 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 это не тот. Вот он. Получается, давай-ка огонь, наверное, апнем. Хорошо, потом вот здесь вот такой урон. 40% это, да, максимально. И вот это получается нижнее, это что такое у нас? Тоже получается стрела на урон, да? Ну давай, наверное, повреждение брони. Погоди пока, огня. Или лучше вот так сделать. Давай-ка, наверное, я на огонь еще херану. Хорошо. Теперь, какие миссии у нас еще остались, давайте посмотрим, потому что вроде как... А вот здесь, еще вот в этом поселении есть две миссии. Вот здесь есть новое задание. Одно. Ну давайте, наверное, начнем отсюда, здесь всего оно одно, и там внизу, я так понимаю, еще две, и в общем-то мы все прошли. Но пока такие миссии идут попроще, да? Все-таки первая была куда веселее, но посмотрим, может там еще одна такая будет. Давайте я как перемещусь вот сюда, я включусь. Ну что ж, я на месте, давайте поговорим вон с тем персонажем. Тут вот еще какая-то плюха есть, надеюсь, аптечка. Нет, не аптечка, к сожалению, надо будет, кстати, еще у торговца купить. Вождь Верака из Нора. Чудные знамения. Что скажешь, шаман? Мои мысли об этом туманны. Надо вдохнуть дым проводов, чтобы прояснить их. Мы из Белых Зубов спустились в челюсти Банура, чтобы испытать новых воинов. Испытать в охотничьих угодьях? Нет, это испытание. Выжить на леднике Колкой Тропы, как наши предки. Суровый сезон. Двое еще не вернулись. Мы подождем. Затем почтим их память. Затем уйдем. Что испытуемый должен сделать? Залезть на ледник и продержаться 4 дня и 4 ночи. Без припасов, только мерзлая земля и машины. Шаман благословил испытание и разрешил брать детали. Только металл для оружия. Прочее запрещено. А тех двоих просто бросите? Испытание каждый проходит сам. Это жизнь или смерть. Кто вернулся, знает, Белые Зубы приняли его. Кто не вернулся, знает, что его память почтили. Какая щедрость. Кто такие Белые Зубы? Воины. Первые и лучшие. Лучшие из юных охотников мечтают примкнуть к нам. Ныне машины разъярены, и битвы не кончаются. Грех жаловаться, да, шаман? Каждый день в дыму битвы сверкает молния. Каждую ночь в песне чествуют новое имя. И вы не будете искать пропавших охотников? Со временем. Однажды настанет оттепель, и талая вода вынесет их тела. Невероятно. Если есть шанс, что они живы, я пойду за ними. Даже если они живы, они не примут твою помощь. Для нас умение выжить священно. Больше ни на что нельзя положиться. Посмотрим. Да уж, какая-то наркоманка сидит, провода горелые. Подожди-ка, провода горелые нюхает. Слушайте, а это дополнительные задания. То есть это как бы уже такая миссия серьезная, по идее, на уровне предыдущей. Вот самой первой, да, которую мы проходили. Выживание священно. И бросают людей на погибель. Так, давай-ка мы что сделаем. Нам нужно переместиться вот сюда. Ладно, давайте я, наверное, когда бегу, я включусь, хорошо? Хорошо. Пошли, поможем. Вон там один охотник, да. Ну-ка, отдыхай, зараза. Теперь давай испробуем, наверное, новый лук, да? Вот это покруче стрела.
отдыхай, все. И что это мы там расслабились? Ну-ка, давай сюда, иди, говно. Одним ударом две машины, замечательно. Чужачка, да? Ну, а кого бы еще принесло на мою тропу? И что это за тропа? Прочь от традиций. Прочь от Верака. Это не... Чтоб вам. Им нужен металл. Но мне он нужнее. Банук не принимают помощь. Это правда? Они нет. Я да. Ну ладно. Давай веселиться. Ну, я думаю, как-то быстрее это сделать можно. Тихонько. Еще один удар. Береги село, я вижу еще машины. Берегусь. Охренеть. Отходим, отходим. У меня аптечек нет, к сожалению. Может, это аптечка? Есть, да, немножко есть. Тихо. Давай-ка, может, подожжем, как думаете? Ни хрена себе, что происходит. Да ёпта, идите в задницу. Отходим, отходим, отходим быстрее. Ух ты, етить, колотить. Вот, блин, подожди. Давай-ка, наверное, здесь пока спрячемся. Нужна аптечка, нужна срочно аптечка. Она где-нибудь есть? Тут я пока ничего не вижу. Блин, 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 не вижу, не вижу, не вижу. Что за херня? Эх, промазал. Все горит. Хоть так немножечко дамага нанесу. Стой, стой, стой. Лечимся. Отходим, 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 тихо. Все, пускай горит. И там вон еще одна тварь, да? Даже две. Ох, слишком рано выстрелил. Хорошо. Все, минус одна тварь. И вторая вон еще летает. Все, пошли, пошли к ней. Давай-ка, наверное, пока восполню запас немножечко, да? Ну, по идее, все. Да, все. Победа за мной. Забираем это, я, наверное, лечусь сразу. Ты там как, нормально? Странница. Вождь Верака. Странные дела тут у них в зарубке. И не говори. Хорошо дерешься. Я и Кри. Спасибо. Я Элой. У Белых Зубов пропали два охотника. Тебе вроде ничто не мешает уйти, так что... Я осталась из-за другой. Майлен. Она сломала ногу, спускаясь по льду. Я ждала, сколько могла, но ей надо вернуться в Верак, пока они не ушли. Вам так важно быть принятыми в Белые Зубы? Это один из великих Вераков Банура. Великих осталось не так много. Я пошла к ним за Майлен.
Я была ее тенью на снегу, а она моей. Стать охотником белых зубов было ее большой мечтой. Это Майлен твоя подруга? Да, с самого детства. Всю свою жизнь. Тут мы должны доказать, что ни в ком не нуждаемся. И я дала слабину. Это слабина для Майлен везение. Она смотрит на это иначе. Что таким образом положено доказать? Что мы так же сильны, как наши предки. И так же хорошо умеем выживать. Когда они пришли сюда, угодили в буран и застряли у подножия ледника. 4 дня, 4 ночи. Когда буран утих, выжившие увидели Длинношея, который привел их в Банор. Ну, по крайней мере, так рассказывают. Майлен не разрешает тебе помочь ей, потому что таковы правила. О, да, ты смекаешь. Просто за жизнь много наслушалась про запреты. Не разрешает. Не берет целебные травы и даже еду. Только то, что может подобрать сама. Когда она бредила, я к ней подходила. Но теперь она меня вообще не подпускает. Давай доставим ее к Вераку. Ладно. Есть шина для ее ноги. Снадобье, чтобы унять боль, но добровольно помощи она не примет. Закон выживания... Законы не должны разделять нас с теми, кто нам дорог. Ну а если эти законы ей дороже? Угу. Ну хорошо, отправляемся, погоди-ка. Нам нужно куда-то вот туда, да? Разыщите Майлен. Слушайте, давайте, наверное, пока что на сегодня хватит, ребята. Спасибо, что смотрели, надеюсь, вам понравилось. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, если хотите, чтобы продолжение вышло быстрее. Также не забывайте подписываться на канал, на Google Plus и Twitter, там все информации и новости канала. Также подписывайтесь на Twitch, там проходят трансляции на дополнительный канал, там выкладываются записи трансляции, если вы пропустили. И не забывайте поддерживать канал рублем, это помогает ему не закрыться и развиваться. Все ссылки находятся в описании. Всем спасибо, всем пока.